рассказ о проекте в полном цикле с самого начала до самого конца. К нам обратилась известная российская актриса Лукерия Елишенко. Будет наш комплект санузел, раковина плюс тумба. Будет зеркало с бетонной рамкой, с подсветкой. Друзья, привет! Сегодня продолжаем полюбившуюся рубрику «Рассказ о проекте в полном цикле с самого начала до самого конца». Выбрали в этот раз, на наш взгляд, очень интересный проект, где будет наш комплект санузел, раковина плюс тумба, будет зеркало с бетонной рамкой, с подсветкой и комплект аксессуаров на раковину, мыльница, диспенсер для жидкого мыла и стаканчик для зубных принадлежностей. Такой уже в нашем цехе будет дополненный комплект, а еще круче будет смотреться уже непосредственно на объекте у заказчика. Поэтому сегодня начинаем воплощение этого интересного проекта в жизнь. Будем вам рассказывать все до мельчайших подробностей. Дополнительно об этом проекте, что к нам обратилась известная российская актриса, певица, балерина, комсомолка, да и просто красавица Лукерия Елишенко. Меня зовут Лукерия Елишенко. И вот этот вот комплект, о котором я сказал, он будет создан для нее. Ну, это должно, наверное, дополнительный интерес к просмотру данного видео дать, так как я уже сказал, достаточно известный человек. Так как у Лукерии есть очень своя большая аудитория, и для ее подписчиков будет интересно, конечно, посмотреть, как создавались эти вещи у нас на производстве. Ну, по крайней мере, мы на это очень надеемся.
Итак, самое сладенькое началось. Мы собрали импровизационно наши изделия вместе. То есть комплект раковина с тумбой, с двумя выдвижными ящиками полностью готовы. Зеркало также полностью готово, но мы, конечно, его установили не по-боевому на свою стену, а такой тренировочная, так скажем, установка для того, чтобы уже поставить изделия так, как они будут стоять на объекте. И именно на этом фоне хотелось завершить съемки про этот безумно интересный проект. Здесь в зеркало мы внедрили подсветку. Вот этот пульт позволяет сделать всевозможные варианты того, как будет освещено помещение. Надеюсь, что заказчик выберет тот для себя, который будет основным, ну и под любое настроение можно будет сделать также любое освещение. Ну и сейчас, наверное, детально покажем работу механизмов, как все устроено в этом комплекте. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Итак, в этом видео мы показали полный процесс производства нескольких изделий. Раковина, тумба, зеркало уже полностью готовы. У нас здесь еще есть комплект аксессуаров, он в данный момент шлифуется, поэтому в данный момент времени не попадает на видео, но мы его обязательно покажем. Что хочется сказать в завершении видео, надеюсь, весь процесс был увлекательным и интересным к просмотру. Здесь, наверное, не было каких-то особенных, необычных изделий, но на самом деле рамку для зеркала давно уже не изготавливали так исторически, поэтому классно было об этом вспомнить. Надеюсь, что показ этой продуктовой категории приведет к пониманию, что такие изделия тоже можно заказывать, как и любые другие. Поэтому в завершении любого видео мы всегда к вам обращаемся. Мы ждем вас с самыми необычными проектами, и мы их реализуем под ключ.